борту «Шереметьево» встречали триумфаторов юношеского первенства Европы по настольному теннису. Из Загреба наши спортсмены привезли 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Не просто им было там, переживали за них все вместе. Очень приятно, то, что так встретили, поддержка такая была. И весь чемпионат Европы поддерживали, следили за нашими результатами. И вместе с нами переживали, радовались, как мы играем. Владимир Сидоренко сумел победить в командном и одиночном разрядах, хотя в четвертьфинале проигрывал 0-2 по сетам. Тренер меня верил всегда, то, что перед этим турниром я очень много выиграл всяких протуров, где они были намного сильнее этого турнира. И он мне вначале сказал, что я верю, что ты можешь выиграть. И каждую встречу я играл концентрированно, хоть и некоторые я очень проигрывал. В финале у меня была очень трудная игра. Я проигрывал 1-3, но все равно тренер в меня верил, и я добился хорошего результата, и мы с ним вместе смогли сделать невозможное, и я выиграл. Юниоров, которые выступили не так удачно, и кадетов, которые произвели фурор, приветствовал председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин. Он, с одной стороны, отметил важность успеха, но с другой строго спросил за результаты юниоров. У нас проблема. Мы выигрываем все по кадетам, проигрываем по юниорам. Надо понять, почему так происходит. Если за эти 2-3 года больше азиатов становятся гражданами европейских стран, тогда это одна позиция. Но если с этими ребятами рядом подрастают их сверстники, например, из Румынии, которая почему-то всех побеждает, Румыния, почему? Значит, там школа хорошая. Надо, может, научиться, как у них поставлен вопрос. Мария Тайлакова защитила титул чемпионки, и это ее четвертое золото. Она призналась, что это яркий момент чемпионата. Но в первый год чувства были сильнее. Наверное, то, что я выиграла в финале, но это был уже второй раз, поэтому это уже как-то стало нормальным. Прошлый год было больше эмоций, когда выиграла чемпионат Европы тоже финал. Лев Кацман и Кристина Казанцева выиграли кадетские состязания в миксте. Лев также стал лучшим в составе команды юношей. Да, это, конечно, когда мы выиграли в команде, заняли первое место. Когда мы были очень сплоченным, у нас был сплоченный коллектив, мы все очень радовались. Это самое неописуемое чувство. Хочу отметить, что во всех 7 разрядах первенства Европы в кадетском возрасте мы завоевали везде по медали. И 5,5 из них золотых. Теперь все по домам. Спортсменов ждет долгожданный отдых, но лишь до середины августа, когда начнется подготовка к новому сезону.